Новшество ожидается на дорогах республиканского значения. В этом году увеличится протяженность оплачиваемых автотрасс до 841 километра. Так платными станут участки на трассах Астана-Атбасар и Кызылорда-Шымкент. А чтобы избежать заторов на местах взимания денег, планируется внедрение абонентской платы. Также в планах открыть в этом году движение по трассе Алматы-Талдыкурган, Актау-Бейнеу, Астана-Темиртау, а также мост через реку Иртыш в городе Павлодар. Всего по итогам года планируется сдать в эксплуатацию 434 километра автодорог республиканского значения.